рассказать о компании, в которой работаю уже 2 года. Компания называется Magic Lime Academy, вышла на рынок она 3 года назад, ей недавно исполнилось 3 года. И на начальном этапе это была консалтинговая компания, которая выводила из финансового кризиса простых людей, то есть физические лица. А финансовые кризисы мы с вами переживали уже неоднократно. И действительно нам нужен был кто-то, кто может вывести нас из этого состояния. Потом компания начала получать такую популярность, начала завоевывать сердца партнеров и стала разрастаться. На сегодняшний день это большой маркетплейс, первый международный маркетплейс с партнерской программой на биткоине. Наша с вами удача, наш с вами успех вот этот, он заключается в том, что мы можем однократно, всего лишь один раз в жизни, с партнерами этой компании и получить все неограниченные возможности ко всем программам этой компании. А что она нам предлагает? Ну, во-первых, конечно же, образование, потому что освоить интернет-технологии, освоить заработок в интернете, для этого нужны знания. Мы с вами к этому готовы. И здесь, в этой компании, есть несколько направлений, включающих в себя 180 курсов образовательных, которые для партнеров компании совершенно бесплатны. По мере прохождения этих курсов, по мере того, что мы с вами начинаем постигать какие-то новые знания, мы можем их тут же монетизировать. То есть есть платформа, на которой мы можем зарабатывать, даже не одна. И когда мы начинаем работать, зарабатывать и обучаться, и все это одновременно, то мы начинаем с вами расти как личность. Реализовываться как личность, это тоже очень важно и очень востребовано в нашем обществе. Кроме курсов, здесь есть маркетплейс, то есть мы с вами здесь работаем, зарабатываем и можем их здесь тратить. Маркетплейсы, если вы кто-то не знаете, то это как большой рынок или как большой торговый центр. Но чтобы вот пойти в торговый центр, это значит, нужно выбрать время, пойти в магазин, там потратиться, там что-то смотреть или так далее. А сейчас очень много бизнеса ушло в интернет, в том числе торгового бизнеса. Что для нас не секрет, что мы можем на Валбересе что-то купить, на Озоне что-то посмотреть, на Алиэкспресс что-то там приобрести, но там нет партнерских программ. А что такое партнерская программа? Это когда компания дает вам право стать партнером в заработке. То есть в Алиэкспресс мы знаем с вами, да, там есть один богатый человек, он уже так самый богатый человек в мире, и он как бы ни с кем не делится, у него партнерской программы нет. У компании Magic Lime Academy есть прекрасные партнерские программы. Что мы с вами с этого можем получить? Мы заходим, мы регистрируемся в компании, вот у нас есть кнопка регистрации, становимся партнерами. Открываем свой личный кабинет. Вот я сейчас вам покажу, допустим, свой личный кабинет. Покажу на практике, как это все происходит. Ввожу логин, пароль, который мы с вами при регистрации себе назначаем. Это и есть ваши 2 ключа, которые открывают ваш личный офис. И вот, пожалуйста, мы с вами видим, что у нас есть тут меню, есть профиль, баланс, бонусные программы, где мы с вами зарабатываем. Мы можем видеть с вами команду, историю, заявки и так далее. Есть вертикальное меню. Вот здесь мы можем с вами получить разные знания. Вот у нас уже академия внутри нашего кабинета. Выбираем себе разные курсы, продолжаем обучение, проходим тесты, повышается наш рейтинг. Вот здесь у нас рейтинг, который в будущем будет обязательно как кэшбэк работать. То есть еще будут какие-то у нас дивиденды с этого. Но я сейчас хочу вам показать наши возможности. 4 денежные программы, в которых мы можем участвовать одной всего лишь построенной командой. Поскольку я в самом начале сказала, что бизнес у нас партнерский, это значит, что мы должны с вами строить свою команду. То есть пришел сам, пригласи 2. Но если тебе понравится, можешь пригласить и 3, и 10, и 50 человек в первую линию, да сколько угодно. Это будет только лучше, это будет только в плюс. Это будет больше команда, больше людей узнают об этой возможности, больше людей выйдут из финансовых своих проблем, больше людей получат шансы заработать себе биткоины. Да, кстати, у нас здесь выплаты, бонусы все, и реферальные, и прямые бонусы именно в биткоинах. Кто не знает, что это такое, биткоин – это новая цифровая монета, которая, правда, уже давно, она, по-моему, с 2007 года, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, я не помню точно, вот, и она развивается очень хорошо, она хоть и волатильна, но она очень устойчива, то есть крепкая эта монета. Многие государства, точнее 35 стран мира, официально перешли на расчеты в биткоинах, то есть у них по закону открыт расчет в биткоинах. Можете приехать в эту страну и в магазине или там где-то, или купить недвижимость именно за биткоины. Чем она ценна, эта монета? Во-первых, она самая первая. Во-вторых, она независимая, то есть никто на нее не может наложить ни санкции, ничего. Да? И в-третьих, она защищена лучше всех.
у нее такие протоколы защиты, что ее невозможно ни взломать, ни, ничем никак не навредить. Поэтому хранение денег в биткоинах – это как в золоте. Только золото все равно нужно где-то прятать, его нужно все равно где-то держать, да? А биткоин – это цифровая монета, которую не обязательно прятать, она у вас есть в биткоин-кошельке. Взломать, открыть биткоин-кошелек никто не может. Никто. Единственный, кто может войти в ваш биткоин-кошелек, ваш крипто-кошелек – это вы сами. И то, если вы не забудете пароль. Если вы вдруг забыли пароль от вашего биткоин-кошелька, крипто-кошелька, то никто никогда вам его не восстановит, потому что он нигде не дублируется. Будьте внимательны. И у нас с вами появилась возможность зарабатывать биткоины. Понимаете? Хотя нет такой возможности нигде. Наша компания первая в мире предложила партнерскую программу с заработком биткоина. Вот. И еще вдобавок ко всему предложила маркетинг, чрезвычайно денежный, в соотношении 99 к 1. То есть 99% всех финансов распределяется между партнерами, и только 1% уходит в программу, ну, на содержание сайта, на выплату налогов и так далее. Компания легальная, надежная, 3 года уже надежно работает без единого сбоя. Компания работает на территории Российской Федерации в легальном поле, поэтому заходить на сайт можем без VPN, то есть это легальное поле, заключены все договорные обязательства между нами и Роспотребнадзором. Вот, поэтому мы с вами работаем совершенно надежно. Компания прозрачная, маркетинг прозрачный, просчитывается легко, нужно только взять его и просчитать. Теперь я вернусь к вопросу, а что же мы должны делать? В чем заключается наша работа и наши выгоды? Поскольку мы с вами здесь имеем партнерскую программу, значит, мы должны строить партнерскую структуру. Строим партнерскую структуру, то есть мы рекомендуем, то есть мы с вами можем тут зарабатывать на рекомендациях, это не тяжелый труд, сейчас рекомендуют все, все и вся, кто-то мне порекомендовал покупать на Валбересе, я теперь много чего покупаю на Валбересе, но тот человек, который мне порекомендовал, ничего от Валбереса не имеет, ни единого бонуса, никаких скидок, никаких преференций, вот что говорит о том, что выгода партнерской программы. Но когда я рекомендую человеку участие в компании Magic Climb Academy, я от этого всегда имею какие-то бонусы. То есть я всегда зарабатываю бонусы. Партнерская программа все-таки впереди планеты всей. Многие этим пользуются, и вы видели, что и банки уже хотят тоже строить партнерские программы. То есть они говорят, расскажите другу, чтобы он взял тоже карточку в нашем банке, и вы получите кэшбэк 500 рублей или 1000 рублей, кто на что там щедр. Поэтому партнерские программы – это очень выгодное продвижение информации. Какую информацию мы продвигаем? Во-первых, этот маркетплейс, он несет очень большие возможности. Можно покупать, продавать, можно выкладывать свои товары тоже здесь, можно рекламировать свой, допустим, бизнес или хобби, если, предположим, вы там вяжете игрушки или еще что-то делаете, вы можете здесь выставить это в рекламу. А у нас ни много ни мало 1 000 000 пользователей по всему миру. Вот такую вот аудиторию еще надо как бы собрать, сколотить. А здесь она уже есть. Это аудитория с деньгами, потому что зарабатывают тут люди. И тут же могут их тратить. То есть появляется еще один источник заработка. Что говорить о маркетинге? Это очень важный вопрос, поэтому сейчас мы с вами обратимся к цифрам. Маркетинг – это перераспределение финансов, автоматический математический алгоритм, который работает на протяжении 3 лет без сбоев. Это важно. Ну, мы начнем с одной самой такой вот низкой площадки, ну, я имею в виду низкая точка входа. Кстати, вход однократный. Это тоже очень важно. С однократного входа вы имеете источник бесконечного заработка. Это важная деталь. Везде, вот где я только не работала, постоянно нужно то раз в месяц, то там раз в неделю делать какие-то товарообороты. Я, честно говоря, от этого устала. Здесь, в этом проекте, у нас с вами однократный вход. Составляет он 40 битлаймов, это только на площадку Лайм. Битлайм на сегодняшний день стоит 11,5 рублей. Ну, давайте будем считать 12, мне так легче. Вот. Поэтому 40 битлаймов получается, ну, где-то 480 рублей. 480 рублей вы платите за активацию, то есть за свое партнерство, и эти деньги попадают не на общий счет компании, а попадают в ваш личный кабинет, в структуру, в денежную структуру. Когда вы начинаете рекомендовать участие в этой программе, то ваши люди по реферальной ссылке становятся вашими партнерами. Когда они начинают рекомендовать, то эти партнеры начинают занимать вот этот вот следующий уровень, денежный уровень вот, головного человека. И тут вот с этого уровня начинается распределение денег.
с первого уровня, вот на этом, в этом классе, скажем так, распределяется так. Первое место идет полным возвратом вашего вложения. Вы видите, да, что 36 попало сюда, 4 ушло вот на развитие проекта, а вот эти 36 – это вам возврат. Из чего мы делаем следующий вывод, что этот проект безрисковый, поскольку однократный вход и тут же получение этих денег обратно, и больше денег вносить не нужно, вы имеете безрисковый проект. Это тоже очень важно. Никто не хочет рисковать даже 300 рублями, не то что там большими суммами. Что происходит дальше? Дальше вот эти три суммы суммируются для того, чтобы на эту сумму перевести вас на следующий уровень. Три раза по 36 – это ровно 108. Вот мы видим, что 100% эта сумма распределилась. Теперь что мы видим здесь? Здесь тоже 100% сумма появилась. Почему? Потому что ваша команда продолжает работать, рекомендации действуют, люди подключаются, активации происходят каждый день, и у вас набирается уже команда, и вот вы уже во втором уровне увидите своих партнеров, а они придут только к вам, потому что реферальная связь здесь очень стабильная. И здесь начинается уже распределение денег отныне и навсегда на 4 направления. Включается антипирамидальный механизм, который отправляет частично сумму денег вниз, обратно в первый уровень. Для чего это делается? Во-первых, это помощь ближнему, да? Потому что вот эти 4 человека сейчас только что вас выручили. Один вернул вам сумму, а 3 человека послужили для того, чтобы вы забрались еще выше. Так вот, теперь 4 бизнес-места от вас, наполненных деньгами, отправляются в первый уровень для того, чтобы вот этим людям, вот этим, помочь то же самое, получить выплату и перейти в следующий уровень. Из чего мы делаем следующий вывод, что маркетинг здесь закольцованный взаимопомощью друг другу. Еще и вдобавок ко всему, это ваше масштабирование происходит, потому что 4 бизнес-места, это вы уже будете зарабатывать не одним местом, а уже 4, 5, 5 и так далее, и так далее. Второе направление денег – это реферальное вознаграждение вашему пригласителю, то есть тот, кто вас пригласил сюда, ваш наставник, который вам рассказал об этом уникальном предложении, который с вами поработал. Он всего лишь один раз поработал, научил вас работать, теперь всегда пожизненно будет получать за вас реферальное вознаграждение. А что мы из этого тогда делаем вывод какой? Что это пассивный доход. Да, это пока небольшая капелька, но впереди вас ждет огромный ливень этого пассивного дохода. Третье направление всех денег, которые здесь распределяются, это вам на вывод, то есть на ваш бизнес-кошелек, который вы, кстати, тут же можете реализовать в свои рубли. Ну или в какую валюту вы там в какой точке мира живете, значит, на свою валюту выводите. То есть сумма мгновенно становится вашей подвластной суммой. Вы можете ее выводить, продавать и так далее, то есть тут же наполнять свой бюджет деньгами. И четвертое направление всех денег, вот это, вот когда они распределяются, это накопительная часть. Накопительная часть, которая переводит вас в следующий уровень без того, чтобы вы доставали деньги из кармана. Таким образом, мы делаем вывод, что математический алгоритм, во-первых, закольцован, во-вторых, он дает вам масштабирование, которое будет приносить бесконечный доход, потому что вот эти новые бизнес-места, они тоже дают бизнес-места, и эти бизнес-места тоже дадут бизнес-места, то есть закольцовка получается постоянно, такие, знаете, кудри плетутся. Потом, партнерские выплаты всегда будут здесь, деньги на вывод в каждом уровне таком есть, и переходная сумма есть везде. Смотрите, отличаются они только размерами. То есть еще больше поток денег вниз, еще больше реферальное вознаграждение, еще больше денег на вывод, еще большая сумма на переход. И таким образом, как снежный ком, вы прокатываетесь, наращивая свою команду, вы катитесь наверх к большим выплатам. Пойдем сразу с вами к финишу, посмотрим, что здесь вы можете заработать. И 12 тысяч битлаймов, переведите это на, это 144 тысячи рублей. Ну, на сегодняшний момент это где-то вот 140 тысяч рублей. То есть зашли всего лишь с небольшой суммы, но работая, то есть занимаясь рекомендациями своему окружению, вы можете дойти до вот такой суммы, и она у вас не единственная, потому что бизнес-места идут за вами, как вагончики за локомотивом. И на каждом уровне приносят вам доход, это ваше масштабирование, то есть это самые настоящие законы ведения бизнеса. Что происходит дальше? Дальше мы с вами движемся уже в такой вот в лидерский накопительный момент,
тоже здесь есть вот масштабирование, есть выплаты, еще 12 тысяч вы получаете, партнерское вознаграждение, видите, начиналось с 16 битлаймов, а теперь это 2880, и это не самое крупное вознаграждение, есть в этих программах еще крупнее вознаграждение, поэтому есть смысл, тут смотивированы мы все рассказывать об этом, об этой программе, рассказывать об этой компании своему окружению. И вот, наконец-то, у вас 11 уровень, где вы на выходе получаете 80 тысяч битлаймов. Это 0,8 биткоина. На сегодняшний день биткоин стоит 1 200 000. Вот чтобы купить, пойти купить на бирже биткоин, вам понадобится вытащить из бюджета семейного 1 200 000 и как-то на бирже купить один биткоин. Но вы пошли другим путем и правильно сделали. Вы начали формировать свою команду, и теперь здесь имеете даже больше, чем один биткоин. И вдобавок ко всему, вы себе сделали такой источник дохода, который все время вам будет приносить вот эту сумму. Хотя вы только однажды поработали, вы только однажды создали свою первую линию. А дальше уже эта первая линия создала свою первую и так далее, и так далее. Это называется либо сарафанное радио, либо это MLM-структура, то есть вы сами понимаете, как это все происходит. Это мы с вами рассмотрели бегло, очень бегло, только одну площадку Lime. Но, как я уже сказала, здесь их четыре. И вот следующая площадка очень интересная, это BitLime. Мы в ней работаем одновременно, вход здесь 110, на выходе 100 возвращается обратно. 17 уровней, на выходе 17 уровня 33 биткоина, и еще вдобавок ко всему завершающая ячейка возвращает вас обратно в 17 уровень. То есть вот это вообще крутая закольцовка, из которой выбраться практически невозможно. Я могу сказать серьезно, что вы тут обречены на большие вот такие доходы. До 17 уровня дойти несложно, там есть стратегические моменты, которые мы открываем уже, когда вы становитесь партнерами, мы вам обязательно раскроем эти моменты, как дойти сюда как можно скорее. Следующая программа, программа авто, это целевая площадка, которая позволяет накопить сумму денег на покупку автомобиля. Именно здесь, в этой программе, она самая короткая, всего 5 уровней, мы работаем с одной и той же командой, тоже вход здесь 1600, вот тут написано 1600, из них 100 идет на развитие проекта, а 1500 возвращается точно так же с третьего партнера. И эти деньги возвращаются фактически только 100 битлаймов, но на сегодняшний день это 1200 рублей, это и есть цена вашего будущего автомобиля, цена вашего бизнеса в автопрограмме. На выходе, то есть здесь тоже есть бонусы, здесь есть масштабирование, это все практически то же самое, что и в других программах, распределение финансов автоматическое, мы сюда как раз и не имеем никакой возможности ничего изменить, допустим, я не хочу, чтобы было столько, а хочу, чтобы было больше, вот. Но если больше я могу докупить, а меньше я не могу это сделать, и это хорошо, потому что все просчитано идеально. И вот на выходе вы получаете сумму на покупку вашего автомобиля. Как происходит покупка? Вы забираете эти деньги, вот здесь они на выходе, вот, это 364 500 умножьте на 11,5 на сегодняшний день, и вы увидите, что эта сумма 4 с лишним миллиона рублей попадает вам просто на руки. И вы с этой суммой идете в автосалон и выбираете себе автомобиль, какой вам нравится, ну, в пределах этой суммы. Ну, если хотите добавить, добавите и купите себе покруче. Вот. И если, допустим, эта сумма превышает цену вашего автомобиля, то остальные деньги вы просто оставляете в своем кармане в виде сдачи. Какие здесь выгоды? Ну, во-первых, BitLime, он волатилен. И вот прошлой зимой он стоил так дорого, что на выходе из автопрограммы это было больше 12 миллионов рублей. А машина у людей стоила 3 миллиона. И из чего мы делаем вывод, что вот 9 миллионов это была сдача, и люди покупали себе недвижимость. То есть благодаря тому, что мы работаем на биткоине, у нас появляется дополнительная возможность, связанная с курсом биткоина. На сегодняшний день курс сильно снизился, и это большая удача для новичков, для тех людей, которые сейчас слышат эту информацию, они имеют возможность зайти за маленькие деньги во все программы. И еще самая интересная программа, вскользь о ней скажу, это программа «Дом». Наши потребности не только вот в еде, одежде и так далее, у нас есть большая потребность в жилье. И многие недовольны той жилищной обстановкой, в которой они сейчас находятся. Либо они там, ну, как-то им надо расширяться, либо это не то место, где они хотят жить, либо не тот дом, не та квартира и так далее. Так вот, какие у нас есть варианты? Ипотеку, ну, это очень трудно, это петля на много лет, это очень сложно, да, это не каждый на это пойдет. Накопить, да практически невозможно накопить с нашими зарплатами, пенсиями и так далее. Во всем себе отказывать, и чтобы потом когда-то через 20 лет купить какое-нибудь жилье, ну, тоже это не жизнь получается. Но не будем о плохом, давайте лучше о хорошем. Можно войти сюда, в этот проект,
Так, здесь у меня потерялась, а нет. Да, потерялась. Потерялась, первый уровень потерялся. А нет, вот он, первый уровень нашелся. Вот, здесь вход стоит 2100 битлаймов, из них 100 уходит на развитие проекта, а 2000 на покупку бизнес-места. И вот он, наш третий партнер, который приносит вам этот возврат. Фактически 100 битлаймов – это 1200 рублей, это стоимость вашего будущего жилья. То есть за 1200 рублей даже снять картонную коробку невозможно у бомжа, да? А здесь вообще, видите, как все это несложно. И все то же самое, с одной и той же командой мы с вами отстраиваем и здесь тоже структуру, и постепенно получаем здесь реферальные трехуровневые выплаты. Посмотрите, какие крупные, да, это не 16, как было в Лайме, это уже вот на втором уровне какие деньги получаются, это еще на 3 уровня в глубину. Это бонусы сразу очень такие весомые, 2000, да, умножить на 12, умножайте, сколько это. Это накопительные суммы, которые ведут нас на вот именно на то накопление, которое, за которое мы будем покупать свою недвижимость и так далее. Все это просчитывается. Возьмите калькулятор и просчитайте, как расходуются эти средства, и вы увидите 100% распределение денег. И самое интересное, что когда вы доходите здесь до 6 уровня, а здесь всего 6 уровней, вы на выходе получаете 10 биткоинов. Я уже сказала, что один биткоин стоит 1 200 000. Значит, 10 биткоинов на сегодняшний день, вот кто сегодня закроет программу, это уже личное, он получит 12 миллионов. 12 миллионов вы можете закрыть ипотеку, если она у вас есть, это будет считаться исполнением цели. Вы можете купить себе дачу, дом, коммерческую недвижимость, землю, участок, допустим, какой-то. И это будет исполнением вашей цели. Но мы с вами видим, что здесь тоже есть масштабирование, а значит, эту сумму вы получите многократно. Многократно. И здесь мы можем с вами видеть, что есть какие-то умные места, да, умные клоны. И что это такое? Так вот, умные клоны есть только в автопрограмме и в жилищной программе. Они призваны служить тем новичкам, которые пришли в программу, но еще не вернули свои деньги за вход. И вот эти умные клоны обеспечивают вот тот самый возврат, чтобы никто здесь не потерял ни копейки. Я такого механизма ни в одной компании не видела. И для меня это очень важный аргумент спокойно приглашать, рекомендовать участие партнеров.